بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. продолжаем книгу نحو الواضح. И сегодня у нас тема الزمير المستتر. Это скрытые местоимения, да, подразумеваемые местоимения. Ранее мы уже говорили, да, про сами местоимения, что они себе представляют. Да, также говорили про слитные и раздельные местоимения. И сегодня у нас тема уже, это получается, подразумеваемые скрытые местоимения. قال مصنف رحمه الله. Вот автор нам говорит, из-за саалика, когда у тебя спросят, говорит, саилун, спрашивающий, каилан, скажет, айн аль-фаилу, где находится действующее лицо, ли кулли фиолин мин аль-афали, в каждом глаголе из вот этих глаголов, это получается барака, гаррадат, ян, баху, тух, сину, уриду, тачтахиду, нухиббу, азим, назив. Факайфа таджибуху. Как ты найдешь эти? Как их ты найдешь? Иза тааммальта, когда ты будешь размышлять, галилян, говорит, немножко, если ты поразмышляешь немного над этими глаголами, то, говорит, истатаата, ты найдешь, говорит, аль-иджабата, ответ, то ты дашь ответ на них. Лианна, потому что фикулли фиолин, в каждом глаголе, говорит, мин хазихи аль-афали, из этих глаголов, замиран, местоимение, хуа аль-фаилу, это, говорит, действующее лицо. То есть тот, кто выполняет действие глагола, он является здесь замиром. То есть местоимение там какое? Это действующее лицо, тот, кто выполняет действие глагола. Валякинна, но все-таки, говорит, хаза замира, эти замиры, они ля язгару, они не выявляются. Вализалика, и поэтому сумме их называют ламиран мустатиран, скрытыми подразумеваемыми местоимениями. Фаида назарта, когда ты посмотришь, говорит, ля фиаляйни малдияйни, на два глагола прошедшего времени, вахума и они оба это барака и гаррадат, раида ты найдешь анна альфааля, что действующее лицо, замирун, тактиру, это подразумеваемое местоимение, и оно это хуа. Яуду, который указывает аляль джамали на верблюда. Да, ну, в этом примере указывает на верблюда. Фильфиалиль ауали в первом глаголе. Ватакдируху и подразумевается. Ватакдируху подразумевается хия. Яуду аляль хамамати, который указывает на голубя. Фильфиали сани во втором примере. Валя яхруджу, говорит, и не выходит такдируху, вот подразумеваемый азамир аль-мустатиру, скрытый замир, анхазайни, от этих, этого положения. Фикулли фиалин мазив, в глаголах прошедшего времени. То есть они всегда бывают в глаголах прошедшего времени, это либо подразумевается хия, либо хуа. То есть местоимения, они бывают подразумеваемыми, скрытыми, и это бывает хуа, хия. И вот автор говорит, что в глаголах прошедшего времени из этого положения оно не выходит. Уайза назад, когда ты посмотришь фил афали аль-музариати, на глаголы настоящего будущего времени, аллати, которые говорят фил амсилати сабихати, в вышеупомянутых примерах, раайта ты увидишь, говорит, такдира замир аль-мустатири, подразумеваемый скрытый замир, фи кулли фиалин, в каждом глаголе, говорит, яхталифу, который отличается би ихтиляфи хуруфиль музариати, их тем, что у них разные буквы глагола настоящего будущего времени. Да? Мы знаем четыре буквы есть у глаголов настоящего будущего времени. Это хамза, нун, та, я. Вот эти четыре буквы. Вот они, говорят, отличаются этими буквами. И они и есть, говорят, замиры. Фальфаилю аль-мустатиру, и скрытый, говорит, фаиль. Фильм мабду и в начале, говорит, билья и бывает с я буквой. Да? То есть, когда мы говорим он. Митлю... К примеру, ян баху, тахдиру хуа, да, видим, там подразумевается хуа, потому что мы видим буква я, она нам показывает, что это именно третье лицо. У афильма абду, и а в начале, говорит, когда идет в начале бита и та ниси, та женского рода, тахдиру, там подразумевается хия, да, когда у афильма абду и биль хамзати, когда идет в начале хамза, у глагола настоящего будущего времени, тахдиру, то там подразумевается уже она, я. Уафиль мабду, и когда в начале уже идет бин нуни, нун,
تقديره то там подразумевается нахну. وفي المبدوء когда в начале же идет бита или мухатаби та второго лица, да, когда к собеседнику да, обращаемся, это получается тагдиру анта, то это получается в тагдире подразумевается анта, что это ты. Уайза назар на когда ты говорит посмотришь, назар то когда ты посмотришь фил афали ль амри на глаголу уже амра, да, повеление, когда мы что-то повелеваем сделать или же просим что-то сделать. Мислю то вот примеры азим ва назиф. Это получается у аджата ты найдешь анна ль фаиля, что действующее лицо это замирун мустатирун, это скрытое местоимение такдируху, которое подразумевает в себе что анта, да иман всегда. То есть в этих случаях, когда мы говорим про скрытые местоимения в глаголах уже амру, да, повеление, то в этих случаях у нас идет анта. Там же местоимение анта подразумевается. И далее у нас идет у нас аль-кавайду, правила. Правила у нас получается 4. Первое правило у нас, которое нужно выучить наизусть. Напоминаю, эти правила обязательно заучивайте наизусть. А замирун мустатир, скрытое местоимение, что это? Хуа замирун, это замир, это местоимение, говорит. И тасаля биль фиали, которая присоединилась к глаголу, мин гайри ан язгара филь лавзи. Без выявления его в произношении. То есть в нашем произношении оно не выявилось. То есть в слове оно не выявляется, и получается в нашем произношении тоже оно не выявляется. В самом слове нету, да, оно не выявилось, нету, мы не видим его и не пишем этот замир, местоимение. Следующее правило, аз-замиру аль-мустатиру, скрытое местоимение, филь-фи'ли аль-малды, в глаголе прошедшего времени, такдиру, оно подразумевается там, хуа, ау, хия, то есть глагол прошедшего времени, либо же хуа, либо же хия подразумевается. Следующее правило, это аз-замиру аль-мустатиру, скрытое местоимение филь музари'и, глагол настоящего будущего времени, яхталифу, оно различается, оно различным бывает, да? Такдиру и подразумевается би ихтиляфи, и оно бывает в такдире, какие бывают они? Они отличаются друг от друга, да, различия имеют. Би ихтиляфи с различием хуруфиль музари'ати, с различием букв настоящего будущего времени. То есть, а это мы уже посмотрели, да, уже мы об этом сказали, какие бывают чуть выше. То есть мы должны понимать, что в глаголе в будущем времени зависит, какой там будет местоимение, уже зависит от буквы музария. Какая там буква у глагола в будущем времени стоит. От нее зависит. И последнее 84-е правило, это получится аззамиру мустатиру, скрытое местоимение фильфиали амри уже в глаголе повеления. Тахдиру, оно подразумевает в себе анта даиман. Всегда местоимение анта. То есть мы поняли, да? Получается, скрытые местоимения, те, которые в слове не выявляются, это получается в прошедшем времени глаголе, оно, либо же это хуа, либо же хия. В настоящее будущее времени глаголе подразумеваемые, они уже зависят от буквы, которая, как, да, буквы на глагол настоящего будущего времени. И четвертое, это в глаголах повеления, там уже идет анта. Остальные там выявляются. Остальные местоимения, пол, если сарф сделать, если склонять глагол, то в остальных случаях она выявляется. На этом урок подходит к концу. Если какие-то вопросы остались, пишите в комментариях. Иншаллах, постараюсь помочь ответить. Ассаляму алейкум ва рахматуллах.